Павла. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Так, будем сохранить. А, tu si. Hello. Павле, притянем тебя помеди мрежи. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетёры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счёта. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? Ну, родился. А при том, чего? Что мать у тебя ничего было? Так, помчаешь, плач. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже с уродства, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас, получается, уродов! Раз твоя мать уродов рожает! Вот это вспомним, что мы не на кукле. Тут я познал, что кукле? Аси. Нет! Нет! Mamy. Nie. Nie. O, komu cuchił? Poczekaj, ona zbrań. Proszę sobie bacia, między sobą. Nie próbowałaś dokazać. Raz na szluchę. Значит, скажи маме. Мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Кого я вижу? Какие люди! Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там? А то секрет, секрет. С мужиками попадройте. Закончил там? Искрис? Хрена лысого тут закончил. А я говорил. Нечего вас к лишнему было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хошь. И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Шорох? Эй, что такое? Кто? Не отвечаю. Или показалось? А? Кто это? Интересно. Тревога! Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Так, будем сохранить. Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетёры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая.
Ребят, чего вы, ребят? А притом чмо, что мать. О, так он взял четверать. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже с уродством, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Гриш! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! Нет! Что? Что? Кажется, это... Нет, а... пожалуйста. Показалось. Какие-то нити, что ли? Почудилось? Нет! Нет! Ещё кумфлако. Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут мои братья. Какие люди! Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. А то секрет, секрет. Да какой секрет? Ствол-то. А я говорил. Нечего того с клешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй, глянь, что там дымит. Сам бы пошел да гляну. Так, тьму. Ну, Адольфович, ну халтурщик. Опять все накрылось. Все, все самому надо. Ну, а вертится на электрике супер. Сейчас крысятинки жарим. Да с грибной. Ну ладно, брат. Все, кранты, шарманки. Можно закапывать нахрен. Какого хрена? Ты не дверь заврать? Чего
Шевелилась ведь. Точно шевелилась. Вроде со слухом у меня порядок. Были же шаги. Почувствуешь от отца. Кому некуда такого шлепнуть, а то все уже ветераны с нашивками, а я один как дурак. Коммуняки нападут, чем стрелять будем? All clear. Жик. Так что можем не вискушать. Ходим, а? Ца. Спасибо. Корник. Не могут поторлеть. Ну вот с меня си. Немало. Похоже, ты рассказал, что все в порядке. No, prihoríme sa, začne to tu horieť. A? Kto je to? Mužik, pošidi, neubivaj. Bери vse, vse, čo je, только neubivaj. Prosím, neubivaj. Nad svojimi že издевается. Падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди... Что за... Я не знаю ничего. Оставь меня. Не пис... Я молчок. Ненавижу их всех. Опачный. Чистокровок. Забирай все. И оставь меня в покое. Небось, человека пристрелить. Такого ничего не стоит. Они тебе лучше. Когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Ну то нам делаем уже. Че с них пистолку альбо. Тут и власне на ты сына бы яко. Мам, это то. Жил. Шесть седна боев. Ее. 19. То пистол. Что? Кто? Кто здесь? Непонятно. Понял.
Тут где-то... Да кто это? А, крысы, крысы. Крысы показалось были какие-то не может, те, что ли. Может, конечно, и крысы. Почудилось. Смар. Когда за нещастни живите на цій мапу, ако то вельми кратко стлачите, так да вас не засветите за запалувача, сте презрадени. Не нич. Kurník som ho prebiehnul tam naspäť k tým rastlinkám. No chlapci, asi vás budem musieť postýrať. Kašina tu vráca. Što? Kto to? Tak to... Niečo som vraval o to aj stealth misii asi na začiatku, že jo? Ojojoj. Ušol sobaka, točno ušol. Только прятаться ему! Кому-нибудь! Че, еще никто придет? Чумано. Парада. Ну, так же наконец стелт акции сме урубили нормальную стрелочку. Jo.
Tak, sprawdzam jeszcze drugą cestę. Tylko tu mogą być dwie, czyli to były te dwie. Nie da się. To znaczy sami potem otwory. Oho! Chcę jeszcze zobaczyć tu. O, tam to bolo. Aha, to właśnie chodzą, jeszcześmy... A, przy tych dwerach, jasne. Teraz proszę ten zapnij zapalować. Tym smerom. Zresztą będą właśnie na drugim końcu będą jakieś dwere. Skinki. Что ты? Адресованным шпионом красной линии начинается. Оно. Неугодным рейка, свободным от трудовой комиссии, рекомендуется явиться. Идешь смотри. Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе. Училки камин. Тут бы мало бы на ты гуличке. Как он гуличек? Приведешь, а его помилуют еще. Пять. Аж. Помилуют, ага, сейчас. Петля же ждет. У нас тут без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Да снег ведь лучше его снять бегом в телевизор, то ты не спадает там из-за, не? Дисциплинирует очень. Ладно, хрен с ним с краснопузом. Может, козла пожарную? Ставлю патрон. Moment. Te pisto z tą mieczem. A ja sam mało znacznie widzieli. Ja sam nikomu za mnie nie zbrań. Ja sam nigdy za mnie nie zbrań. Já jsem střílel. No, to jako teraz hledaním ihlívko pesena. Ani. Kde by jsem mohl? To nebola s tým nočným videním. Však som mal preto zbraň toto s nočným videním. To je brokovnica. Tu je. Áno. Tu som ju nechtiac zamenil. Zbehneme tu na cestu to. To bolo nápadnejšie.
samozřejmě si to takto. Takže to jsou traja. Jsou nějaké schody. Tam nějaká voda. Tento čo mi tam? Či teoreticky by jsem to mohl takto zadom obehnout? To vedí kam? No i já znám mi. No keď vylezím, tak... Nie. To sú rovná... ...pri nich. To sa jde nejak použiť. Že by to tu zatopilo. Čo sa stalo? Ja som sa nejak zasekol. Bolo. Yes. A teraz to len dvoje. Tak to vyschnem, prebehnem tam. To bylo chlup. Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось. Ну супер. Так что с тебя? Tento tu na vegeti. Spí. Už spí. Ako tož ma videli? Трезор. Ну как?
Никак. Ничего, попадется. Да, никуда не денется. Видит его кто? Я нет. И у меня еще. Ну где эта свинья прячется? Ну что, ну, я пошли тебе... искать комиссарчика? Ну пошли, только может и не комиссарчика. Найдем, кто попробовал. А сами пряник? Как же он не мутант, если коммуняк? Ты чё? Они конечно не до человека. Ну, за минуту будем все стрелять. Все, все. Вроде ничего, я лети. Что теперь? Ищем дальше мутанта этого. Ну ты сам просела, под сколкой, за тобой реально записывать надо. Может быть. А тут? Застрелю, не застрелить, а. Найду, точно найду. Он и поплах, кашлите на то. Не спеша, пошли дальше. Чё, пошли зарабатывать новые нашивки? Да ну, за простого коммуняку нашивки? А ты думал, прячется, сука? Тут чисто. Ну, если реально тут, найдем без базара. Так кто на мосту? Ну, чё, Шима, вас и стрелять. Ну, прячется хорошо. Тут пусто. Пацаны, у кого там чё такая? Потери у нас, потери! Кто сам посрал? Откуда? Я нет. Ясно. Видит его кто? Там был. Ух, сука, красная нашего убил! Солдат теряем! Тревога, красная! Готов! Красные атакуют! Оно, красные атакуют. Я, блин, знутра же, чи подошел тебя бы.
Это не прибыл. Normálně se tak nedá běhat. Další a... Tam byl. Ještě někdo? Nezra. A bola tma. To čo bolo? To jsem nechcel. Počkej, to je úplně hore. To je čo? Aaaa. Jsme si ukázali tuto, co se mi nezdá. Hej, to jsem čítal. Kluč! Čo byl ten trezor? Na druhé straně. A to se otvorilo. Takže jdeme ještě vybrat tam těch fešákov. Potom klitě. Takže to na užení žádná tvojka. To má... ...konicu. Če?
ты имел в виду четко? То есть дверь сейчас не дает творить. Давай, проклятый маг, заклеймённый! Ууу! Весь мир голодных и рабов! Ай, яки! Ай, тебе наш разум! Боевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, повестив того шпига, рекомендуется явиться. Ведь не сгоре. Чё тебе? Ага, все, это лампичка. Не бежи. Стой. Ну вот, подохни сейчас и все. А сколько? Рихло. Скажи, что там тем за вермуницию. Уходим. Кавенская. Dobra. No hybaj. No pojď. Blin. Zase všetko padá na mňa.